2368 плейлистов создано на моем канале на вечер 4 сентября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что подсчитать такое количество плейлистов самостоятельно практически невозможно. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым нас от ненужных хлопот, сберегая время и сохраняя нервы. Что самое главное, конечно, и за это огромное спасибо YouTube, за то, что у него существует этот агрегатор. Говорю я искренне.